Дума Владивостока приняла во втором и третьем чтениях проект бюджета краевой столицы на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов. Основные параметры бюджета по доходам утверждены на 2023 год в сумме 24,7 миллиарда рублей. Расходы бюджета на 2023 год утверждены в сумме 24,29 миллиарда рублей. Более 70% бюджета на образование, это школы, детские сады, строительство школы и проектирование школ в Владивостоке, это стадионы, это поддержание музыкальных школ, культуры. Также в бюджете около 2 миллиардов денег пойдет на дороги. Также была принята корректировка бюджета Владивостокского городского округа на 2022 год, а именно его увеличение на 109 миллионов. Самая основная сумма пойдет около 60 миллионов на оплату технических условий водопровода к 5-й школе на Русском острове. Там школа до сих пор, но, к сожалению, без воды. И остальные деньги на, опять же, благоустройство, озеленение дороги. Традиционно главный финансовый документ города остается социально направленным. Анна Дьякова, Ирина Ширина, Денис Фадеев. Новости на 8.